создание аккаунта и заполнение профиля. Для создания аккаунта в iFriendInvest нажимаем кнопку «Регистрация». Разворачивается окно, в котором вводим логин, адрес электронной почты и пароль. Нажимаем «Отправить». На начальном этапе этого достаточно. После необходимо зайти на свою почту и в письме, присланном OfferInvest, перейти по ссылке, тем самым подтвердив регистрацию. Готово. Для повышения доверия со стороны администрации сайта и ваших рефералов, а также для окончательной регистрации, дополняем информацию о себе. Это возможно сделать в личном профиле. Начинаем с добавления аватара. Кликаем на иконку и, отыскав необходимое изображение, добавляем его на свою страницу. Далее, перейдя на вкладку «Профиль», прописываем свое имя и фамилию. Для того, чтобы не возникло возможных проблем при выводе денег, имя и фамилия должны быть реальными. Далее вводим контактную информацию. Чем ее больше, тем лучше. В поле «Сайт» вводим адрес личного ресурса, если такой имеется. Чуть ниже, при необходимости, есть возможность сменить действующий пароль на новый. В поле «Статус» указываем информацию о себе, чем занимаетесь, либо какое-то послание, которое увидят все пользователи, посетившие вашу страницу. Ниже прописываем адреса личных страниц в соцсетях и логин в Скайпе. Обновляем профиль. Система сообщит об успешном обновлении данных. Они же будут видны и сами обновления. Регистрация и заполнение профиля закончены.